находимся в офисе генерального директора Карнеги Холл в Нью-Йорке. Это сэр Клайв Гиллетсон. Он уделяет нашей группе особое время для того, чтобы мы поговорили о концертном зале, о программе, о том, что происходило здесь раньше и что нас ждет впереди. Клайв, мне очень приятно, что сегодня мы вас можем представить нашей публике и показать невероятный, роскошный Карнеги Холл. Но начать, конечно, я хотела бы с ваших корней. Вы ведь колониалист, типичный. Родились в Индии. Семья швейцарско-британская. Жили в Кении, потом Соединенное Королевство Великобритании. Там же и успешно работали. А затем с действительно колониальным размахом перебрались в Америку, в Нью-Йорк, для того, чтобы здесь возглавить концертный зал, который является жемчужиной не только Америки или Нью-Йорка, но всего мира. И 10 лет вы уже здесь. Расскажите немного о себе, ведь изначально вы музыкант, виолончелист, и вдруг такое превращение в суперменеджера. Все верно, музыкант. Точнее, был музыкантом. И вообще начать разговор с корней правильно, ведь все мои бабушки и дедушки были родом из России. Так что корни у нас общие. Ну а что касается музыки, то с детства, со школы, у меня было два любимых предмета — музыка и математика. Моя мама была профессиональным музыкантом. Она играла на виолончели. Когда мы переехали в Великобританию, то на жизнь она зарабатывала музыкой. Но как зарабатывала? Вся лучшая работа доставалась мужчинам, хотя часто она играла намного лучше. Просто время было такое. С таким опытом она считала музыку не лучшей профессией и убеждала меня выбрать математику, чтобы музыка оставалась хобби. Вот я и поступил на математический. Но тут же понял, что это ошибка, и через год перевелся в Королевскую академию музыки, чтобы продолжить заниматься виолончелью. Сразу по окончании академии я прослушивался в Лондонский симфонический и в оркестр филармонии. Честно говоря, я всегда мечтал о Лондонском симфоническом, но там не оказалось места, а в филармонии мне мгновенно предложили работу. Первое, в чем я участвовал, был последний симфонический цикл Бетховена под управлением Отто Кламперера. Уникальный опыт. Ну а через 3 месяца зазвонил телефон. В Лондонском симфоническом оркестре ушел кто-то из виолончелистов. Меня спрашивали, не хочу ли я туда перейти. Это был 70-й. Да, 70-й. Да. И я, не раздумывая, согласился, ведь я всегда мечтал об этом оркестре. Был зачислен в секцию виолончели и играл там 14 лет. С великими дирижерами. Клаудио Абаддо. А в это время он был главным дирижером. Да, он был тогда главным. Затем Андре Превин. Все экстраординарные личности. Ну, а затем мы переехали в Сити, в Барбикон-центр, в новый зал. И это стало их новым домом. Да, и это была катастрофа. Зачем-то приняли концепцию, пригодную для Нью-Йорка и Штатов, где на один город один главный оркестр. Стали продавать абонементы, которые никто не покупал, что логично, ведь в Лондоне, в отличие от Нью-Йорка, 5 основных оркестров, которые постоянно дают концерты. Помню, как сидел в своей секции виолончели. Зал был постоянно полупустым, тоска и уныние. Деньги просто на глазах утекают. А менеджер уверен, что все делает правильно. И продолжает настаивать на модели с абонементами. Когда его уволили, оркестр был весь в долгах и на грани банкротства. Естественно, занять его место никто не хотел. Пригласили управлять оркестром-банкротом.
практически обанкротившимся. Решили, что на 3 месяца это место займет кто-то из музыкантов. Не знаю почему, но выбрали меня. Может, из-за того, что я учился на математическом, или потому, что у моей семьи был небольшой антикварный магазин, и решили, что я что-то смыслю в бизнесе. Не знаю, но так или иначе, мне предложили занять эту должность на 3 месяца. Видимо, тот, кто вам это предложил, был человеком рисковым. Не то слово. Я ведь никогда ничем не управлял. Было, честно говоря, страшно. У меня как раз близнецы в то время родились. И вы прекратили играть на виолончели? Сразу же. Времени не было вообще. Не преувеличиваю, было очень страшно. О менеджменте я не знал буквально ничего. И все, что мог, это задавать вопросы. Совет по делам искусства дал нам 3 года, чтобы разобраться с долгами. Иначе грозили обрубить государственное инвестирование. Мы справились за 2. А еще какое-то время спустя мы получали государственных инвестиций больше, чем любой другой лондонский оркестр. Мне потом рассказали, что никто не сомневался в том, что мы ничего не сможем сделать за 3 года, и нас просто перестанут финансировать. Так в Лондоне стало бы на 1 оркестр меньше. Ну а чем все кончилось? Мы стали самыми успешными и самыми финансируемыми. Вообще это было непросто. Первым делом пришлось сокращать расходы. А еще мы разработали краткосрочную и долгосрочную стратегию. Краткосрочная — давать востребованные публике концерты и сокращать число репетиций. Это возможно, если играть стандартных — Бетховена, Брамса и так далее. Так мы сокращали расходы. Ну а в «Битве за будущее» делали ставку на большие, сложные проекты, такие как «Малер», «Вена» и «20 век» с Клаудио Абаддо, что стоило дорого, но там было много современной музыки и возможность привлечь настоящих звезд. Всегда большая аудитория. Знаете, в тот момент у нас была плохая посещаемость всего и вся. Но эти концерты с Абаддо... Мне вообще-то предложили с ним встретиться, чтобы все отменить, потому что у нас денег не было вообще, и взять их было негде. Так что это было рациональным, правильным решением. Но Абаддо мерил мир иначе. Для него важна была только художественная составляющая. И он был уверен, что это грандиозный проект. Мы с ним говорили и говорили, и в итоге он меня переубедил. Я вернулся и сообщил совету. Мы обязаны сделать этот проект, потому что это уникальный шанс. А деньги мы как-нибудь найдем. Совет спросил, ты уверен? Я сказал да, хотя на самом деле уверен не был. Уверен был Абаддо, и он меня этой уверенностью заразил. И это был один из главных уроков в моей жизни. Деньги идут за идеей. Если придумывать незаурядные проекты, то деньги обязательно найдешь. Это ваше первое правило? Это мое первое правило. То, во что я действительно верю. И этому меня научил Абаддо. Ведь все оказалось правдой. Деньги мы нашли. Успех был огромный. Со всех точек зрения. И с художественной, и с финансовой. Ну а если бы мы пошли на компромисс, как предлагал совет, то проиграли бы по всем статьям. Так что для меня это был великий урок. Значит, Абаддо оказался хорошим бизнесменом. Для него музыка была все, и он просто не понимал, зачем нужен лондонский симфонический оркестр, если не делать таких проектов. И ведь он прав. Великолепно. Но был еще интересный проект — юбилей Ростроповича с лондонским симфоническим оркестром. Да, это было в то же самое время. До меня дошли слухи, что в праздновании 60-летия Ростроповича примут участие 2 лондонских оркестра. Просто безумие. Такого не может быть. Один из величайших музыкантов за всю историю. Оркестр должен быть только один, чтобы все внимание было сосредоточено на Ростроповиче. Я договорился о встрече с его менеджером.
Мы встретились, и я рассказал то, что думаю. Она ответила, что это дорогой проект. Один оркестр не может себе его позволить, а ведь речь шла об оркестрах с хорошим финансовым положением. Я ответил, что тогда мы это сделаем. Она сказала, это безумие, вы на грани банкротства. А я пообещал, что деньги мы соберем. Все тот же принцип, деньги за идеей. Она пошла к Славе и сказала ему, тут один сумасшедший? Да, один безумец из Лондонского симфонического. Так и сказала. Слава же ответил, что раз он в меня так верит, то и я поверю в него. И перевел проект к нам. А деньги мы действительно нашли. Два эти проекта, Малер, Вена и 20 век и 60-летие Славы, стали для нас поворотными. А для меня — началом карьеры музыкального менеджера. Ну а еще так началась моя дружба со Славой. Слава Ростропович, это был ваш первый русский друг? Да, это так. Благодаря Славе я многое узнал о русских. То, что меня больше всего потрясло, это невероятная преданность дружбе и друзьям. Дружба для вас все. Этому научил меня Слава. Помню, как через пару лет после нашего знакомства он зашел ко мне и пожаловался. «Клайв, невозможно столько работать. Я устал просто чудовищно. Что мне делать? Я, наверное, удвою гонорар, чтобы меньше приглашали». Пару месяцев спустя мы вновь увиделись, и я спросил, «Ну что, помогло? Меньше работаешь?» А он, «Клайв, это безумие. Я удвоил, а они платят и платят. Я также работаю и также нечеловечески устаю». При этом мне он сразу сказал, что в нашем оркестре его гонорар будет таким, какой назначу я, какой нам будет по карману. Просто потому, что мы друзья. Это преданность. Да, и так могут поступать только русские. Вообще, много всего было. Как-то он пришел ко мне на день рождения в костюме гориллы. В костюме гориллы? Это было что-то. Вы не знали, это был сюрприз? У меня был день рождения, небольшой праздник. Для меня его организовали. Вдруг открывается дверь, и входит горилла. Ей вручают виолончель. А меня, как бывшего виолончелиста, просят объяснить ей, как играть. Она садится, как будто не знает, как взяться. Я показываю. Левую руку на гриф, в правый смычок, и вдруг горилла начинает играть «С днем рождения тебя». Оказалось, это Слава. И в этом он весь. Он действительно радовался жизни. Обожал жизнь. Обожал во всех ее проявлениях. И страстно верил в дружбу. И вот что интересно. Когда к тебе так относятся, то ты и сам начинаешь относиться к людям точно так же. Замечательно. Но ведь в вашей жизни есть еще Валерий Гергиев. А Кисина Венгерова-Репина вы же впервые представили Лондону. Да, это тоже отличная история. Дебют Гергиева в Лондоне с Лондонским симфоническим оркестром организовал я. Увидев, как он дирижирует, я сразу понял, какой это невероятный талант. И мы стали много общаться. Как-то он мне говорит, «Клайв, я хочу привести к тебе троих мальчиков, имена которых ты никогда не слышал. Одного зовут Максим Венгеров, другого Евгений Кисин, а третий Вадим Репин. И я хочу, чтобы они солировали». Я поверил ему на слово. Не надо объяснять, что это было отличное решение. С тех пор мы по-настоящему большие друзья. Наша дружба с Валерием очень похожа на дружбу со Славой. Например, когда мы создавали Национальный молодежный оркестр Америки. Это был 2013? В 2013-м. Первый, кому я позвонил, был Валерий. И я хотел, чтобы первый год с ними работал именно он. И я хотел, чтобы они выступили с концертами в Петербурге, Москве, Лондоне. У Валерия были другие планы. Он вообще в отпуск собирался. Но как только я попросил, тут же отменил все свои дела и сказал, что сможет. И это очень по-русски. Он помог, и успех был выдающийся. И сейчас Национальный молодежный оркестр Америки — один из главных наших проектов. Мы собираем по всей стране лучших молодых музыкантов, приглашаем.
приглашаем лучших дирижеров, лучших солистов и отправляем по всему миру с концертами как представителей молодой Америки. Невероятный проект. В 2004 году из рук королевы Елизаветы вы получаете титул сэр. В 2005 году вам поступает сумасшедшее предложение из Нью-Йорка. Даже раньше, в 2004-м. Кажется, в январе 2004-го произошла трагедия. Умер директор Карнеги-Холла Роберт Харт. Да, я помню этот момент. Где-то в феврале мне позвонили. Сказали, что если мне интересно, то готовы рассмотреть мою кандидатуру на это место, как одного из возможных кандидатов. Я отказался. Мы готовились к столетию нашего оркестра. Понимаете, мы привлекли самые большие инвестиции за всю историю Лондонского симфонического оркестра. Я не мог так всех подвести. Я все это объяснил и сказал, что не готов даже ничего пока обсуждать. Ну а если после 10 июля, концерт у нас был 9, место будет еще свободно, и они будут по-прежнему заинтересованы в нашей встрече, то, пожалуйста, пусть звонят. А еще у меня детям оставалось год доучиться в университете, и поэтому я в любом случае не мог бы приступить к обязанностям раньше, чем через год. Сразу после гала-концерта мне вновь позвонили и сказали, что хотя список кандидатов уже сформирован, со мной все равно хотят поговорить. И я полетел. Собеседования длились 2 дня подряд. Множество людей. Председатель совета, вице-председатель совета. Потом я вернулся и уехал в отпуск. У меня и в мыслях не было, что могу получить эту работу. А почему? В чем же вы сомневались? Я всегда преклонялся перед Карнеги-Холлом. Для меня это величайший зал мира. Ну а я не был американцем. Никогда не управлял концертным залом и вообще думал, что староват для них. Да еще и начать мог только через год. Так вот, я был во Франции в отпуске, и у меня зазвонил телефон. Связь была ужасная, я с трудом разбирал, что говорят. Не мог даже понять, говорят ли мне «да» или «нет». Наконец я расслышал, что мне предлагают работу, и просто не мог в это поверить. Знаете, у меня ведь и раньше были предложения из Штатов. Но дети говорили «не уезжай из Лондона», и я оставался. Но когда прозвучало «Карнеги-Холл», все дружно... Соглашайся, Карнеги-Холлу не отказывают. Особенно мне понравилась реакция прессы. Как только вышел официальный пресс-релиз, на меня обрушился шквал телефонных звонков из самых различных изданий. Как-то позвонили из Bangalore Times, из города, где я родился, в Индии. Говорят, хотим сделать заголовок на первой полосе. Мальчик из Бангалора завоевал Карнеги-Холл. И я говорю, а ничего, что я в Бангалоре провел только 3 первых месяца жизни? Отвечают, ничего. Всю ответственность мы берем на себя. Понимаете, даже в Бангалоре всех волнует, кто завоевал Карнеги-Холл. Почему-то, когда я стал директором Лондонского симфонического, мне вообще никто не звонил. Итак? Вы уже здесь 10 лет, и вы многое здесь изменили. Вы прекрасно разбираетесь в музыке, знаете, что такое верность своему делу, прекрасно понимаете, что это великий, потрясающий зал и какие возможности он дает. Как же вы быстро перестроились и освоились здесь? Знаете, я уверен, что это единственный зал, который принадлежит всему миру. Есть и другие великие залы, но они плоть от плоти своих городов. И только этот принадлежит не городу, а миру. Меня это восхищает.
Все, что здесь происходит, имеет мировое значение. И здесь интересно вспомнить, как все начиналось. С безделицы. Супруга Эндрю Карнеги пела в хоре, а хорошего зала не было. Все ради любви. Точно. И вот она приходит к мужу. Говорит, не мог бы ты построить концертный зал? Тот, вместо того, чтобы привлечь модного архитектора, уже строившего концертные залы, зовет казначея хора по совместительству бывшего архитектором, но залов никогда не строившего, и отправляет в Европу посмотреть, как это делается у них. По возвращении он разрабатывает проект, не имеющий ничего общего с увиденным. И если вы спросите акустиков, они скажут, что здесь все сделано неправильно. 2800 мест, когда максимальным считается не больше 2000. Стены и спереди, и сзади закругленные, хотя по всем законам зал должен быть прямоугольным. То есть все сделал неправильно, но при этом построил величайший концертный зал в мире. Только подумайте, все эти изгибы здесь, там, их не должно быть. И сам зал огромный, но тем не менее... Очень высокий, даже слишком. Да. При этом здесь может играть один инструмент. Даже что-то тихое, гитара или арфа, и звучать будет так, как будто вы у себя дома в гостиной. Звук заполняет весь объем, до самого потолка. Некоторые специально берут билеты наверх, говорят, там лучшие места. Это трудно представить, но там действительно очень хорошо слышно. Цена простая, но такая большая. Большая, но органа нет. Зрительные места располагаются очень близко, ощущение интимности, несмотря на огромные размеры. Но со сценой есть связь, со всем залом, с каждым местом. Эта связь двусторонняя, публика ее чувствует. Мне всегда казалось, что зал по своей форме напоминает струнный инструмент, скрипку или виолончель. Или мандолину. У архитектора было какое-то особое чутье. Вы виолончелист. Мой отец тоже виолончелист. Я в любой форме вижу виолончель. Для меня виолончель – это абсолют. А какова максимальная яркость освещения зала? Можно сделать намного ярче, но во время концертов мы специально приглушаем свет в зале. А вы предпочитаете темнее? Да, чтобы можно было полностью сосредоточиться на том, что происходит на сцене. А когда был последний ремонт? Ремонт был не один. Мы постоянно что-то приводим в порядок. Для этого зал закрывается на 2 месяца каждый год. Периодически меняются сидения. Позолота на лепнине требует внимания. Но главные наши заботы об акустике. Мы даже сидения отправляем для реставрации на ту же самую фабрику в Канаде, где их когда-то, 125 лет назад, сделали. Ведь чтобы сохранить акустику, нельзя ничего менять. Поэтому ткань, состав наполнителя, все остается неизменным. Ко всем этим вещам нужно подходить очень осторожно. Мельчайшие детали. Да, мельчайшие детали. А как по-вашему, почему в 1891 году именно Чайковский открывал концертный зал Карнеги-Холл? Чье это было решение? Русский композитор и дирижер? Это решение Эндрю Карнеги. Чайковский был... Может, опять его жена? Может быть. Думаю, он хотел придать событию масштаб. Он все делал с большим размахом. Просто хорошо для него было недостаточно. А Чайковский был тогда самым знаменитым в мире музыкантом. Известнее никого не было. Поэтому он и должен был его привести. Привез... И жизнь здесь сразу закипела. С момента открытия в 1891 году и до 1960-го, когда было принято решение о строительстве Линкольн-центра, здесь постоянно выступал Нью-Йоркский филармонический оркестр. Давал порядка 110 концертов в год. Это был основной источник дохода и главное содержание работы зала. И вот оркестр переезжает. Как жить дальше, никто не знает. Компания, владевшая на тот момент самим зданием, не верит, что можно будет разработать новую устойчивую бизнес-модель. Пытается продать его именно как концертный зал. Не находит покупателя. И тогда попросту
продает его под снос. Тогда с этим было проще. Одно здание сносим, другое строим. Никто не заботился, как сегодня, о сохранении исторического наследия. Так что Карнеги-Холл приобретает обычная риэлторская компания. Здесь бы история могла и закончиться, если бы не Роберт Саймон. Человек, который, собственно, владел и продал эту недвижимость. Оказалось, что он искренне любил Карнеги-Холл и поэтому внес в договор пункт, по которому сделка может быть аннулирована, если кто-нибудь соберет средства для сохранения концертного зала. Такие люди нашлись. Возглавил компанию великий скрипач Исаак Стерн. Он и его соратники смогли не только собрать необходимую сумму, но и убедить муниципальные власти в том, что город сам должен выкупить этот зал. Ну а Роберт Саймон, которого все вокруг клеймили как циничного дельца, желающего нажиться на уничтожении легенды, оказался, по сути, нашим первым и главным спонсором. Ведь это именно он внес пункт, спасший в итоге Карнеги-Холл. А также, когда речь зашла о продаже городу, снизил цену на 250 000 долларов. Но обо всем этом мы узнали лишь 7-8 лет назад, когда подробно изучили все документы. В благодарность мы организовали для него прием. И это столько лет спустя. И поместили его имя на стену, где у нас перечислены все имена учредителей. Это ваша потрясающая стена с именами спонсоров. Ему на тот момент было уже, по-моему, 92 года. Он был, наверное, очень тронут. Это было для него очень важно. Ну, наверняка. Так открылась подлинная история. И поэтому ваш большой зал называется в честь Исаака Стерна. Верно. Ведь, по сути, это он спас здание. Конечно, в Америке совершенно фантастическая система спонсирования или финансирования через спонсоров. Как вы говорите, деньги идут за идеи. То должны же быть люди, которые... У которых есть деньги, чтобы этот принцип мог сработать. В этом и особенность системы. Никогда не чувствуешь себя защищенным. В Европе... В Великобритании у оркестров всегда есть государственное финансирование. Здесь же оно самое минимальное. От города мы получаем бесплатное электроснабжение и практически все. Денег совсем немного. Бюджет же у нас огромный — 100 миллионов. Это значит, что мы постоянно должны придумывать проекты, которые будут поражать. Каждый раз это должно быть что-то экстраординарное. Это заставляет нас постоянно придумывать что-то такое, без чего мир не сможет жить. И это сильная сторона системы. Ну а слабость ее вот в чем. Надо всегда быть начеку и на все изменения экономической конъюнктуры реагировать мгновенно. Не успеешь среагировать — погибнешь. В 2008-м у нас был бюджет 84 миллиона. Когда грянул кризис, нам за пару месяцев пришлось его урезать до 70. Пришлось ввести строжайшую экономию, но зато мы не потеряли все, хотя могли. Помню, я сидел и с тоской наблюдал, как в то же время в Англии Совет по делам искусств гарантировал нашим коллегам полное сохранение бюджета на срок до 3 лет, компенсируя бюджетными деньгами потерю корпоративных спонсоров. Никому не нужно было реагировать мгновенно, как нам здесь. Все шло своим чередом. У нас же мгновенная реакция или смерть. Но зато это держит в тонусе. Клайв, вы британец, у вас титул сэр. Предполагается, что вы человек консервативный. Но если взглянуть на афишу Карнеги-Холл, ну, к примеру, произведение Бетховена, то что можно увидеть? Аплодисменты в паузах приветствуются. Совершенно верно. Как это понимать? Знаете, у меня есть стойкое ощущение, что для многих концерт — это как посещение церкви в праздник, где важен определенный ритуал. Ну а мне хочется от публики естественных, спонтанных реакций. Отыграли музыканты часть. Понравилось. Вы испытываете восторг и хочется аплодировать. Пожалуйста, почему нет? Помню, ко мне приходили разгневанные письма. Почему аплодируют в паузах? На классических концертах так себя не ведут. А может быть, это кому-то мешает? Понятно, что нельзя аплодировать во время самого исполнения.
Но почему нельзя между частями? В ответных письмах я говорил, что просто этого не понимаю. Если музыка для тебя необычайное переживание, и тебе хочется это выразить, почему нельзя? На самом деле и дирижеры не возражают. Ну, а возмущенные зрители все писали и писали. И тогда я решил, что у нас это будет черным по белому прописано в программке. Аплодировать можно. Никто не против. Проблема классической музыки в том, что на концертах зрителя все время запугивают. Этого нельзя и этого, а это вообще недопустимо. Многие и так опасаются классики. Думают, ну это не мое, я на другой музыке вырос, это все слишком сложно. А если еще и постоянно бояться что-то нарушить, ждать, что на тебя начнут шикать... Я, например, уверен, что концерт должен приносить радость. А радость — это эмоции, которые требуют выхода. Поэтому ничего преступного в аплодисментах, в паузах нет. Исполнению это не мешает. Видите эти гигантские стальные балки? Они из лучшей стали того времени. Эндрю Карнеги мог ее получить. У него был к ней доступ. В большинстве зданий той эпохи сталь попроще. Эту можно сваривать. Она позволяет делать невероятные вещи. Без нее этого здания было бы вообще не построить. Взять хотя бы эти два этажа офисных помещений. Это же инженерное чудо. А еще здесь столько света. Да, у нас тут эти сказочные окна. А еще свет, который падает сверху. Дневное освещение. Сколько человек здесь работают? Всех вместе нас сейчас около 150 человек. 150 человек только в офисах Карнеги Холл. О, посмотрите, какая красота. Центральный парк. Вид великолепный. Пройдемте туда. Видите, вон там у нас терраса на крыше. А террасой вы пользуетесь? А какое отличное естественное освещение. Раньше ее вообще не было. По крыше ходить было нельзя. Не хватало несущих конструкций. Мы должны были их достроить и добавить эти новые огромные стальные балки. А они безопасны? Надеюсь, да. Выглядит как большой корабль. Точно, как корабль. Фантастика. Теперь о ваших проектах. Много всего хорошего было. А какой самый любимый? Будущее меня волнует больше, чем прошлое. То, что только собираешься сделать, заставляет переживать больше всего. Для меня главное, чтобы мы никогда не останавливались, чтобы всегда были новые идеи. Нужно, чтобы всегда шел поиск нового. Это касается и наших образовательных проектов, и технологических решений, и самой музыки. Нельзя быть предсказуемым. Мы должны исследовать новые области. Посмотрите на программу следующего сезона. У нас там фестиваль в честь Венецианской республики. 1000 лет Венецианской республики. Она просуществовала, кажется, до 1797 года. Только представьте, 1000 лет музыки, которую большинство не слышало никогда. Для нашей публики это открытие целого нового мира. А потом у нас будет полный цикл Брукнера с Даниэлем Баренбоймом. Штатскапелла. Да, штатскапелла. Дирижирует Баренбойм. В первом отделении он играет концерты Моцарта. Это будет первое исполнение цикла Брукнера в истории Америки, что само по себе невероятно.
Ну а что касается буквально будущего, то мы в рамках празднования нашего 125-летнего юбилея заказали 125 новых вещей, которые будут готовы в ближайшие 5 лет. Так мы создаем музыку будущего. Это я только мельком пробежал по самому главному. Есть масса других проектов. Наша цель, чтобы публика всегда чувствовала. В Карнеги-Холл ты всегда открываешь новое, исследуешь, всегда растешь над собой. Потому что искусство не должно быть комфортно, оно должно быть непредсказуемо. Потрясающее отношение. Я думаю, мы должны быть как артисты. Ведь каждый большой художник, если это действительно большой художник, а не просто им кажется, тот, кто просто кажется, рано или поздно перестает искать новое и начинает повторяться. Так вот, большие художники никогда не перестают расти. Леонард Бернстайн за несколько лет до смерти отбросил в сторону все свои регалии, весь свой огромный опыт ради симфонии Чайковского, чтобы начать все заново с чистого листа. Так поступают великие артисты. Как вы считаете, сила музыки способна, ну не скажу изменить мир, но хотя бы помочь сделать этот мир лучше? Думаю, что музыка часто меняла мир. Вспомните 60-е в Америке, Боба Дилана. Тогда было много музыки, которая говорила о правах человека, правах секс-меньшинств, о многом. О войне во Вьетнаме, все это протестное движение. В 60-е в Америке музыка была двигателем перемен. Именно музыка сближала людей. Вспомнить хотя бы песню «We Shall Overcome», которая практически стала гимном движения за гражданские права. Вспомните, как люди ее пели. Пели, чтобы почувствовать себя вместе, объединиться и ничего не бояться. Многие песни того времени на самом деле помогли изменить мир. Но именно поэтому Боб Дилан и получил Нобелевскую премию за тексты для песен. Да, но это премия по литературе. Он писал песни, но премию получил по литературе, потому что именно слова его песен изменили мир. Так что это доказанный факт. Музыка меняет мир. Клайв, я вам очень благодарна. И надеюсь, что все мы вместе, музыканты, люди, которые занимаются организацией концертов, проектами, программами, мы все будем пытаться сделать этот мир лучше. Мне кажется, это лежит в основе любого творчества. Художник смотрит на мир и хочет его изменить. Думаю, нет такого артиста, который, оглядываясь вокруг, думал бы, пусть все остается как есть. Каждый настоящий артист всегда хочет сделать мир лучше. И мы в Карнеги-Холл занимаемся именно этим. Причем каждый день.